Всем привет! В центре Москвы появится 330 новогодних деревьев. Вы смотрите видео-версию сайта «Моя Москва онлайн» и подробнее расскажу прямо сейчас. Как сообщается на сайте мэра Москвы, площадки фестиваля путешествия в Рождество украсят ели высотой 1,5 метра, 4, 5, 8 и 9 метров. На московских улицах появятся ели, дизайн которых разработали российские кутюрье, а также готическая, крымская, южноевропейская и другие 8-метровые ели. Список улиц, на которых появятся новогодние деревья, можно найти на сайте мэрии. На этом пока все. Больше новостей на сайте mymsk.online. До скорого!